Навигация в районах Крайнего Севера завершается. Финальный этап доставки грузов проходит на Белогорском судоходном участке в Абыйском Улусе. 80-я навигация здесь началась вовремя и без проблем. В полном объеме завезен каменный уголь для местных предприятий сферы ЖКХ. Осталось завести 2500 тонн топлива для котельных. Важный груз уже следует по реке Индигирке. По плану к нам должно было прибыть 56,5 тысяч тонн грузов. Из них сейчас доставлено 47,1 тысяча тонн. В пути еще около 7 тысяч тонн. И остается еще 2,4 тысячи тонны. Это нефтяного котельного топлива,